Сейчас хочу вам дать небольшой совет, лайфхак. Куда что-либо спрятать. Ну, когда не хватает места и нужно какие-то вещи убрать подальше. Вот такой вот такая тумба около компьютера у меня. И на чем сейчас экономят производители? Они делают вот эти вот ящики слишком короткими. Очень многие. Смотрите. Вот вытащил ящик. Вот, а он по длине. Здесь короче. И там остается еще сантиметров 10. Соответственно, сюда можно спрятать какие-либо вещи. То есть, вот, например, картридж для принтера я туда убрал. Сейчас я его вытащу. Вот, или там еще фильтр воздушного двигателя. Вот такой вот толщины картридж спокойно помещается туда. И более эффективно используется пространство. Спасибо большое за внимание.